Доброе утро. У нас еще новогоднее настроение. Тарасик принес на стол наш новогодний декорчик. Так красиво. Очень украшает столик. Сегодня я на обед готовлю рис по-китайски. Может, знаете, там с яйцом готовится. Сейчас покажу, как готовлю. Вначале я отвариваю рис. Я его вот отвариваю в сковородке. После Греции я научилась готовить рис в сковородке. Он очень хорошо, очень быстро готовится. Когда вот рис у нас готов, я натерла морковку, чесночок немножко. Добавлю сюда морковку с чесночком. Немножко протушу, буквально чуть-чуть, 2 минуточки. Так, 1 минутка уже прошла. Я посолила морковку и добавляю 1 сырое яйцо сюда. И быстренько перемешиваю это все. Вот так вот. Вот так вот все перемешиваю. Вот так вот пока жарится яйцо с морковкой. Если есть у кого-то зеленый горошек замороженный, я вот всегда еще бросала зеленый горошек. Но у меня здесь нет зеленого горошка, у меня дома всегда в морозилке зеленый горошек. Я вот сюда брошу. Вот, вот немножко, чтобы оно, яйцо хорошо прожарилось. И добавим рис. Сюда я добавляю рис. Добавила и перемешиваю. Это мой такой рецепт риса по-китайски. Я его сама придумала. Чисто вообще нигде не смотрела. Один раз приготовила. И мужу, и сыну очень понравилось. Поэтому вот такой вот быстрый рис, я бы сказала, когда нужен гарнир какому-то блюду. Я вот так вот быстренько приготовлю. И вкусно. Ну что, вот такой вот рис у нас получился. Очень такой простой рецепт, но это действительно очень вкусно. Кому понравился рецепт, ставьте лайки. Хочу вам показать, какой мы купили очиститель еще один для воды. Помните, я рассказывала, что мы вот такую вот фирму брали. Но от него вода все равно с запахом хлорки, вот как-то чай невкусный. И сейчас вот купили вот такой вот очиститель. Вроде вот пили уже чай, вода получше. Как-то нравится он нам лучше. И он по объему побольше, потому что тот постоянно нужно наливать. Этот, по-моему, на 7,5 литров, а этот на 4. Да, на 4. Так вот я наполняю холодной водой. Полностью тут вот такая вот штучка есть, отодвигается, и набираю холодную воду. Принцип такой же, там стоит фильтр внутри, вода протекает, очищается, и здесь вот как краник. Вот такой вот краник, удобно, вот так вот открывается на себя. Ну, рукой не очень удобно. Вот так вот и набирается водичка. Всем привет! Всем привет! Всем привет! Сегодня Тарас для нас готовит... Что, Тарасик? Суши. Сегодня Тарасик готовит суши. Посмотрите, что мы нарезали. Рыбку, перчик, авокадо. Уже первая партия есть. Это у нас, да, первый пробный был. И вот тут вот огурчики, рис... Помидорки, еще щучья икра осталась. Ну, в общем, сейчас Тарасик будет готовить. Тарасик будет готовить, а вы смотрите, как наш шеф-повар все готовит. Первое, нам надо рис разглаживать по
листику ноли. И самое главное, надо смачивать руки, чтобы такой рис, он не прилипал. Давай, Тарасик, нарежь. Тут уже часть нарезаны. Мы с Тарасиком вместе все делали. Вот это немножко я крутила, а вот тут Тарасик, он у нас профессиональный. Немножко по-нашенски. Я тут и с помидоркой делала. Обычно суши не делают с помидоркой. Ну, бывает только с авокадо сейчас все, и бывает только с перцем. Ну, это редко. Но самое главное, это огурец. Угу. Огурец дает свежесть сушам, да? Да. Покажем, что у нас получилось? Да. Посмотрите, какие у Тараса прямо оригинальные-оригинальные суши получились. Очень классные. Классные разрезы. Тут и мои суши. Ну, мы тут все вместе. Вот да. Это Тарасик, а тарелочка. Все, приятного нам аппетита. Да. Будем кушать. Хорошо. Тут еще добавочки будут разные. Кто захочет, что-то подобавляет. Пришли с Тарасиком с торгового центра, зашли в продуктовый магазин, наш любимый Carrefour. И покажу, что купили, какие новые фрукты появились. Вот взяли синенькие, био. Сейчас не сезон синих, поэтому то, что не сезон, я стараюсь брать из био-органика, чтобы были качественные. Папайи большой не было, взяли вот такую маленькую папайю Тарасику на завтрак. Так, что из интересного появилось, хочу вам показать. Вот такие вот тамарилос. Мы такие фрукты еще не пробовали. Попробуем, расскажем, как вам. Цена такого одного фрукта, тамарилос. Так, цена одного 7,29 лей. На гривны, если что, умножить на 8. Я вот, кстати, покажу папайя. Тут такая 15,99. Так, дальше. Дальше мы взяли авокадо. Авокадо. Одна штучка 5,99, по-моему, стоит сейчас.
одна штучка 5,49. Дальше еще взяли, Тарасик любит, когда-то были в Египте. И попробовали физалис, очень вкусный фрукт. Так, еще взяли такие вот листы для суш. Мы любим заворачивать овощи какие-то на гриле. Еще взяли такую вот спаржу. Мандаринки. Мандаринки мы тоже стараемся брать био. Тоже био мандаринки. Так, еще авокадо. Так, и сейчас, знаете, сейчас сезон гранат. Сейчас гранаты из Греции, из Турции. Прям очень много гранат. Так. Гранаты. Сейчас посмотрим гранаты. Гранаты, гранаты по 3,49. Вот граната по 3,49, одна штучка. Так, ну все, вот все, что мы купили. Наша вся покупка. И вышла по деньгам 145,97 лей. Вот кто захочет, еще подробно посмотрите. На гривны это умножить на 8. Вот такие вот овощи и фрукты мы купили. Что, Тарасик, попробуем новый фрукт? Да. Там, по-моему, кости нет. Ой, смотрите, какой интересный внутри. Прикольный, прикольный. Так, Тарасик пробует. Давай. Пахнет вообще очень ароматно. Шкурку, наверное, не ешь? Она очень кислая. Кислая очень, да? А, значит, много витамина С. И как, тебе не нравится? Ну, сейчас я попробую. Плохое. Хуже папайи. Хуже папайи? Это папайя твоя самая любимая. Ну, такое. Ну, такое очень интересное, кстати. Ароматное и ароматное. Что ж она мне напоминает? Очень такой вкус. Ну, очень схоже с кумкватом. Вот что-то такое есть. Шкурочка такая. Еще что-то напоминает. Прям. Конечно, очень ароматный этот фрукт. Мы прочитали, что по вкусу это сочетание маракуйи и томатов.